началось, подумал Пильс. Теперь у нас начнутся большие дела. Теперь у нас будет жарко. У этого Коха собачья хватка. Теперь он притащит сюда в Пруссию всех. Фюрера, Геринга, Риббентропа. И все будут плясать под его дудку. В такое время можно либо взлететь на самый верх, либо сломать себе шею. Irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir. Doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen. Heimlicher Poet, der erfüllt von bunten Träumen, unerkannt durchs Leben geht. Кёнигсберг вступил в пору своей зрелости. Стоит запомнить его таким, цветущим, полным жизни, каким больше они его не увидят. Mein Herz müsste ein Rundfunksender sein, dann könntest du was hören. Es dringte in die weite Welt hinein. Ich liebe dich allein, doch stell dich auf mich ein. Dann finde ich von früh bis Mitternacht dir ratlos treue Schwören. Und hätte ein Programm für dich gemacht, mit Liebe ausgedacht, das wäre eine Pracht als Symphonie. Als Tanzmusik. Erklänge dann mein Lied vom Glück. Теперь, когда нацистская партия провела индустриализацию, она дала рабочему человеку то, что он ценил больше всего – работу и стабильность. «Пусть себе кричат на своих митингах», – думал о них хитрый пруссак. Пусть гоняют евреев и коммунистов. Они навели порядок. А это главное. Канцелярия гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. Вся информация по Восточной Пруссии стекалась сюда, в центральное управление. Где жесткой волевой рукой правил железный вождь Пруссии, который приехал в Кёнигсберг 12 лет назад с одним чемоданом, 30 марками в кармане и приказом идеолога нацизма Грегора Штрассера создать восточное крыло. Он многого добился. Он выполнил, что обещал пруссакам.
дал им десятки тысяч рабочих мест на военных предприятиях, судоверфях Шихао, строивших эсминцы и подводные лодки, на подземных патронных заводах и заводах по сборке бомбардировщиков Фоке-Вульф. Мой фюрер, рост военных заказов благодаря вашей поддержке обеспечили снижение уровня безработицы со 100 до 18 тысяч. Сегодня Кёнигсберг – мощный оплот империи на Востоке. Народ Пруссии ждет вас на торжество. Хайль Гитлер. Мемель, Клайпеда. Ровно в 10:30 крейсер в сопровождении эскадры подошел к порту Мемель. У нас перенаселение, и мы не можем прокормиться на своей земле. Решение заключается в расширении жизненного пространства, то есть сырьевой и продовольственной базы нашего народа. Адольф Гитлер. На следующий день в 7:30 утра фюрер в сопровождении Коха прибыл в Кёнигсберг. Кох давно ждал этого момента, чтобы показать свое детище, на которое он регулярно получал в имперском банке сотни тысяч рейхсмарок, и где работал каждый десятый рабочий в Восточной Пруссии. Мой фюрер, докладываю вам, что стратегическая автомагистраль номер один Берлин-Эльбинг-Кёнигсберг близка к завершению. Ширина полосы позволяет идти одновременно четырем грузовикам или трем тяжелым танкам. Я предлагаю назвать ее «Путь Марса», мой фюрер. Мне нужна эта дорога, дорогой Эрих, как воздух. Кёнигсберг – это мост, не только соединяющий Германию с Восточной Пруссией. Это мост, который раздвинет наши горизонты. Так далеко, куда может заглянуть только самое дерзкое воображение. Париж, Лондон, Москва – и это только начало. Это мост в будущее. Мой фюрер, восточное крыло нацизма налилось неиссякаемой силой. Это крыло готово к любому полету, хоть до Урала. Готовьтесь.
Пилау, август 39-го. Пилау из Гамбурга пришел Вильгельм Гуслов. Новое девятипалубное чудо германской промышленности. На банкете по поводу спуска на воду фюрер поднял тост за Великую Германию и гордость флота. Вильгельм Гуслов направлялся скандинавским фьордом по программе «Сила через радость». Тысячу километров отсюда из учебного похода возвращалась советская подлодка под командованием Александра Ивановича Маринеско, будущего героя Советского Союза.